сейчас можно? Ну, мы тебе вручали. Хочешь? Давай, еще раз. Будет? Да. Здесь, на. Ребят, пошли, встаньте сюда, подвиньте, чтобы все места хватило, чтобы не кучей стояли. Я понимаю, что много народу. Наследие Спарты. Конечно. Для начала хотелось отметить тех людей, которые помогли нам в том, чтобы этот праздник спорта состоялся. Спонсорами нашего турнира является компания Energy Logistica. Экипировку для поединка предоставила компания RaceSport. Организаторами турнира является Федерация подкорректированных города Москвы, Международный центр единоборств «Спарта», Центр силовых структур «Искандер» и Школа боевых искусств имени Олега Захарова. Наш турнир собрал 125 спортсменов из 14 клубов. Клуб «Рот». Клуб «Сандерс». Клуб «Спарта». Клуб имени Олега Захарова. Шестилевое боевое многоборье. Золотой лев. Город Владимир. Гость у нас с города Владимира сегодня. Клуб боевого самбо «Нарафаминск». Спортивный клуб «Ратибор». «МАИ Альянс». Клуб ассоциации спортивного контактного боя «Тайфун». Клуб «Дикая дивизия».
Клуб «Эмфай». Клуб «Будо», «Санбол», «Шау», «Бо», также из ассоциации спортивного контактного боя. «Айбол» «Банас». Хотелось бы представить судейскую бригаду, которая будет обслуживать сегодняшний турнир. Главный судья Зарщиков Дмитрий. Руководитель первого ковра Комаров Алексей Евгеньевич. Руководитель второго ковра Магомедов Магомед. Рефери нашего турнира. Судья национальной категории Галима Бабир. Судья национальной категории Осия Владимир. Судья национальной категории Ранель Семен. Судьи, все судьи нашего турнира являются судьями первой категории. Воронин Дмитрий.
Сатыкин Игорь Викторович, судья национальной категории, представитель Новосибирска. Ребята, секундочку, внимание, буквально 30 секундочек, все начнем. Удостоверение номер 3 получается Захару Олегу Ананьевичу, удостоверяющий о том, что он является вице-президентом Федерации фронтатиона города Москвы. И удостоверение номер 4 вручается Павловичеву Илье Анесовичу, он же является вице-президентом Федерации фронтатиона города Москвы. Все, большое спасибо за внимание. Через 5 минут мы начнем наши поединки. Готовьтесь. Я поехал. Вице-президент. Мыгин Алексей.